Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Вампир. Я продолжаю проходить Мастер-лигу в игре PS 2013. И сейчас у нас матч против футбольного клуба Оренбург. Играем мы в гостях. На данный момент это лучший клуб в ФНЛ. Лидируют они на почетном первом месте в турнирной таблице. И у них всего лишь 2 поражения. У нас вроде как 4. Сейчас мы проверим, действительно ли этот клуб настолько сильный. Ведь нам предстоит еще играть с ним в Кубке России. И там уже на вылет будет. Поэтому сейчас посмотрим, что из себя представляет футбольный клуб Оренбург. Итак, свалили мы. Подача. Классно, дали пробить головой. Дранников. Андрей Мурнин. Александр Дубов. Ой, хорошо! Андрей Мурнин! Виктор Ян, удар! Мимо! У этого клуба, как видите, есть другое название. Газовик. Дудов. Молодец, поборолся неплохо, но только вот мяч не нам достается, к сожалению. Андрей Мурнин. Что-то никто не открывается, это меня печаливает прям. Драников. Ну, открываемся, открываемся, мужики. Потеря. Отобрать. Молодец. Дудов. Бляха-муха, да что ж такое? Вперед, вперед, идем. Александр Дудов. Что-то завертелся, как юла, и в итоге потеря. Дудов. Виктор Ян. Сам пробуй. Удар! Попадает по игроку, к сожалению. Давай, отобрать. Итриан, молодец! Желтую ему дай! Боролся мой игрок до последнего, а он взял, сфалил. Давайте посмотрим. До последнего он боролся. Поглядите, забрал мяч, и тот взял со злости, долбанул ему по ногам. 50 метров, ну, тут навес. Конечно, мы сделаем. И в итоге мяч остается вратарю Оренбурга. Ну, давай, Андрей Мурнин практически забрал. Эх, опасно может быть. Подача. Отобрать, отобрать. В итоге мяч-то от нас уходит. Подача. И все. Они головы пробили, но не точно. Поэтому разыгрываем. Мяч у нас. Дранников. Так, ну не на кого играть, алло. Вот забегает Андрей Мурнин. Катали мяч. Потеря. Триан точную передачу делает. Вот это опасно может закончиться. В итоге мяч уходит от нас. Подача. Интересно, он пробил. Он там в осаде все равно был.
Багаев. Дудов. Мурнин. Ян. Виктор Ян. Держать. Драников. Дудов. Плотно, плотно они сели в оборону. Хрен ты тут прорвешься. Куда вот давал? В итоге отбираем. Как отбираем? Просто выбили мяч, и в итоге остается он не нам. Ой-ой-ой, отобрать! Заброс какой хороший! Он там что, упал или он хотел через себя ударить? Драников. Мурнин. Удар! Ах, сука. Кто-то берет этот мяч. Момент хороший был, давайте посмотрим. Вот. Такой под игрока, можно сказать, удар был. Подача. Удар с лету! Мимо было. Я думал, там рикошет. Ой, хорошо, мяч остается нам, Виктор Ян. Да ладно. Догоняют, сухи, бить придется. Они догоняли меня, они все разобрали мне мяч. Ну какая передача идеальная была. Ну не такой уж быстрый нападающий, что думают эти защитников обогнал. О, тихо. Ага. Мурнин. Багаев. Доходит до Яна мяч. Доиграть, просто доиграть на первый тайм. Хотя, может быть, не, сейчас доиграемся, чувствую, сейчас пропустим это. Багаев. Удар! Сука! Да ладно, вратарь, блядь, да он что делал, он тащит. У них вратарь просто тащит, гляньте, прям удар, и он затащил, сука. Удар, конечно, в принципе, несложный это был, не сильный. Но все же. Еще одну атаку успеем произвести. Забить бы попробовать, а. Будет замечательно. Эх, отпустил далеко ты мяч. Все, на этом первый тайм заканчивается. Кажется, я думаю, без замен продолжим. Виктор Ян. Спалил. 51 метр. Подача. К сожалению, ничего опасного с этого момента мы не сделали. Бляха-муха, ниже надо было играть. И потеряли мы мяч. Вот сейчас можем за это поплатиться, как говорится. Давай, Драников, первый. Должен быть первый был, и нифига подобного. Артур молодец, берет мяч. Багаев. Так, ну тут я один ничего не сделал. Угу. Что я и говорил. А, некому было поздравить. Спалили. Спалили мы явно. Ёпта.
Отбирай, отбирай. Заброс. Это хороший заброс был, в принципе. И аут. В штрафной будет кидать. Молодец. Дудов. Виктор Ян. Удар. Что там было? В смысле? Да ладно, подождите, стоп. Как так моему игроку желтый карточек? Блях, муха. Вообще-то я не нажимал, чтобы ударить игрока или спалить. То есть это чисто игровой момент. Ну да ладно. О, а это что? Толчок в спину был. Ну ладно, желтый карточек и желтый карточек. Причем первый, кстати, желтый карточек за всю историю. Блять, куда же так ты отпустил мяч? Наш мяч. Триян. Уйдет же сейчас меня. Потому что за пределы ушел поле. Какой хер-то вообще там стоял? Дудов. Надо тебя менять, короче. Вдруг нечаянно вот так опять. Игровой момент и нечаянно вот. Фалишек красный будет. Исключать тебе еще и, во-первых, из матча будем десятером играть. А потом еще и в следующем матче ты играть не будешь. Это будет вообще жопа. В принципе, конечно, ничего страшного не случится. Но все же. Угловой, кстати. Так, ну что, Димон, заходи давай. Дам тебе время, может, забью бикетов. А, давай за место Дудова, наверное. Горакоев как раз вот вместо тебя выйдет. Подача. Выбить! Выбить! Бля... Я в ахуе с вас, вот честно. Ёпту налево. Как так? Он спотыкнулся там, я ему как бы приказывал, выйди его там куда-нибудь, но он спотыкнулся, то ли его толкнул он в спину, вот этот игрок, вот я не понимаю, внимательно посмотрим. Подача, и вот, все, смотрите на этого игрока, который перед ним был, он просто спотыкнулся об что-то, я не понимаю. И все, поэтому гол. Ну, что я могу сказать, 1-0. Честно говоря, нифига это не круто и несправедливо, по идее... Мы больше атаковали, лидировали в этой игре, и неужели проиграли здесь? Поэтому надо атаковать. Бикетов. Взял, просто отдал. Там были игроки открытые, он взял, отдал. Сейчас второй пропустим, я чувствую. Виктор Ян. Да ладно, ты еще и просрал мяч. Расстраиваете вы меня под конец, конечно. Время есть. Бля, не доходит мяч до Виктора Яна. Бикетов. Сука, Димон, теряешь мяч. Виктор Ян. Бикетов. Горакуев. От вас мяч ушел. Еще раз. Подача.
сути, вот. Да, походу, к сожалению, мы проиграем этот матч. Обидно. Мы, по идее, достойны были победы по игре, видно было. Вот один момент и один косяк, и гол. Играем, играем. Гракуев. Трян. Сука, не доходит. Ничего не добавляет арбитр этой встречи, а значит, это все. Поражение. Поражение, ну и естественно. Вот. Оренбург как раз укрепляет позицию в своем месте. Это первое. А мы можем спуститься на четвертое. Были на третьем, кстати. Удар. Все, выбить. Выбить. Обидный гол. Ну да ладно. Смотрим, что творится в турнирной таблице. На третьем месте мы по-прежнему. И сейчас у нас матч, если я не ошибаюсь, против Торпедо. Футбольный клуб Торпедо Армавир. Играем мы в гостях. А тут-то надо побеждать, блин. На 15-м месте этот клуб идет. А, нет, вру, Торпедо на 5-м. На 5-м месте. Неплохо. Скажу я вам. Опять Димо не может играть. Да что за фигня? Рошин пускай выходит. Турик можно. Гракоев. Что-то все вы какие-то... Никакие. Пускай Гриднев хотя бы выйдет. Так, ну... Все получается, да? Почему-то все не готовы к матчу. Поехали. Если уж тут проиграем, то, бля, это вообще печально. Мы так не выйдем в РФПЛ. Чё они кричат, я понять не могу, кстати. Чё, ждём весь дом? Ой, блин. Я этого не хотел делать. Я думал, мяч не наш. Ай, ладно, угловой. Отдача. Вратарь. Лучший. Гракоев. Рошин. Чё ты делаешь, Рошин? А? Кому давал? Хоть смотрел, куда ты давал? Бля, опять он фигню мутит, именно Рошин. Это опасно, это... Вратарь! Тащит, просто тащит. Там, я думаю, сейчас все гол будет. Подача. Нет. Тут вратарь вот не тащит. 1-0. Уже летим. Как же так произошло? Давайте посмотрим. Подача. Ну, там прям по головам все. Наши что-то вообще там спали, я не знаю. Все Турик. Мурни. Что такое? Соберитесь уже. Вы что, и тут собрались проиграть в этом матче? Охерели, что ли? Дудов. Гракоев. Потери. Торпеды кричат. Вот, я теперь понял.
Давай! Спали. Сейчас еще и желтую карту тебе, походу, дадут. Что за дела? Вторая желтая карточка за эту серию. Подача! Хорошая. Мурнин. Дудов. Турик. Как мяч у нас. Уже хорошо! Чего вы делаете? Мурнин. Теря. Чё? Оренбург кричат. Какой нахер Оренбург? Это отсылка к предыдущему матчу? Чё за фигня? Чё-то прикол не понял. Кракоев. Бля. Вот нам нужна победа, реально. Дудов. Нам выводить некого. Нам надеяться только на вот этот состав, который сейчас на поле. Блях, муха. Почему же так все сложно, а? Бросать будет. Штрафную! В итоге не отобрал. Дудов. Багаев. Ушел наш. Ахуй толку отобрали, как у детей. Рошин. Дудов. Гриднев. Кракоев. Ну, давай уже идем, 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 идем. О, не теряй мяч. Удар. Сука, хватает. Что ж творят, а? Драников, подача. Сильно, блин. Подача еще одна. Конечно, дай ему желтую карточку. Глянь, как он свалил жестоко. И красный можно было дать спокойно. Андрей Мурнин, 28 метров. Лет. Перебрал. Рошин. Подключайся. Просрали мяч. Заброс такой хороший. Отдача. Нет, прострел. Больше похож был, как даешь пас. Андрей Мурнин. Дудов. Бляха-муха! Что ж это за такое? Вообще ничего не получается, а? Просто у нас в атаке ничего не получается. Я не понимаю, что творится. Мяч от вас уходит, не понимаю. Турик. Ничего не добавляет арбитр к первому тайму. Сука. Мяч у них остается.
to ball in. Дудов. And with that, the referee brings the first half to a close. Well, yes, we've only got the one goal, but it's the managers who can now make the real difference. Ну что, в втором тайме? Может быть, что-нибудь изменится. Пока все печально. Ракоев. Роши. Турик. Удар! Сука, вратарь! Подача! Разве не свалил он? О, что там было? В смысле? Я ничего вообще не делал, алё. Дракой. Хорошо! Удар! Сука! Заблокировал удар головой. Подача! Еще одна подача. Бляха-муха. Мимо. Вот просто и моменты есть. Нет реализации. Нету ее. Подача. Я уже думал 2-0. Все, мяч залетел в ворота. Драников. Конечно, ты дашь чужому игроку. Кому же еще? Мурни. Горакоев. Сука. Просто сука. Давай, забирай. Горакоев. Гребнев. Реально, вообще просто какая-то полоса невезения на нашу клубу пошла. Горакоев. Дудов. Давай, держи. Блять, он свалил. Дай ему желтую карточку. Ну, ёб твою налево. Я мог там играть нормально. Правильно. Надо еще и красную давать. Замена. Торпеда. Отдача. Сука, да что ж не летит-то ворота, а? Некого водить на поле. Некого. Давайте посмотрим, конечно. Но, по-моему, там некого. А все, остальные у них показатели фиолетовые, синие. Это вообще говно. Поэтому играем вот этим составом. Одну замену сделаем и все. Дудов. Горакоев. Давай, вперед играй! Нет, надо было сразу поздавать. Ну, сука, ну сам врезался, конечно. Не так хотелось, чтобы пенальти было, но нихера. Сам врезался, не спорю. Блять, такой момент просрать. Такой шанс сейчас был. Мурни. Турик, ну уже вот просто ворота чистые, можно сказать. Такие моменты сейчас выдаются, блин, у нас. Мурнин! Штрафной, походу, да? Что происходит? Вообще смотри.
Удар! Блять, во-первых, ты не ворота, кстати, вообще бил. Хочу подметить, ты вообще левый. Во-вторых, вратарь поймал. То есть это означает, что удар был никчемный. Вообще ни о чем был, он слабый. Багаев. Вон один, Виктор Ян стоит. А, это Виктор Ян, ты забыл. Горакуев. Сам, иди. Удар! Да неужели? 1-1. Сука. Надо забивать. Недостойны они тут ничьи, на самом деле. Вот никак не достойны. Тут победа нужна. Один-один, время есть. Поднажать. Давай, отбираем, мы пошли в атаку. Негр у них играет. Обалдеть. Блять, потеря. Подача! На раму стань быстрее! Ё-моё, чё ты творишь, Багаев? Подача! Сука, я вообще просто в ахуе. Вот реально я в ахуе. Он дубль забивает. Он забивает дубль. 2-1. Просто в шоке. И мы все-таки даже не то что ничью сыграем, мы тут даже походу сейчас проиграем. Подай хотя бы. Подача! Пошел. Давай. Гракульф. Удар! Блять! Головой! Драники! Подача! Ничего! Ничего! Мы с углового когда-нибудь будем забивать вообще? Я не помню, когда последний раз мы с углового забили. Что? Он сам упал, ничего не знаю. Бля, времени-то нету уже. Времени-то нету! Хотя бы, чтобы ничью сыграть. Все специально сделано. Я забил, и они сразу пошли забили. Мол, нифига, мы все равно победим здесь. Еще и подача будет, походу. А нет, мы посрались. Давайте, вот тут считанные минуты остались. Попробуем забить. Гракоев. В общем, сегодня серия поражений будет для нас. Желтые карточки, поражения, и спускаемся по-любому на четвертое место. Мы это гарантированно, я думаю, сейчас на Спартак 2 уж точно будет в турнирной таблице. Нет, кстати, хочу подметить, не обогнали, мы до сих пор на третьем месте. Оренбург уходит от нас вообще, у них 35 очков, вы поглядите. Они вообще какие-то жестокие. Луч энергии, он тоже проиграли по ходу. Мы как были на одном очко, отставали от них, так и до сих пор. Торпеда вот нас догнал как раз. Вот сейчас они выиграли и догнали, на четвертом месте сейчас идут. Все, хватит проигрывать. Нам надо луч энергии обгонять и занять хотя бы второе место. Потому что все плохо будет. Это я вас уверяю. Если мы не обгоним, мы так не выйдем в РФПЛ. Напомню, две команды только могут выйти. А Оренбург, похоже, уже себе точно путевку оформил. У них 35 очков, ё-моё. Ну ладно. У нас в следующей серии матч с Тюменью, вроде как. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите продолжения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и всем удачи, всем пока.